Это уже традиция. На крещение собираться православным всем вместе у кинотеатра «Луч» и крестным ходом идти до пляжа пансионата «Кристалл». Всех собравшихся поздравил с крещением глава района. Дай Бог вашим семьям счастья, благополучия, успехов, крепчайшего здоровья. Все, кто окунется, я думаю, получат высочайшего благословения. От всей души наш батюшка с нами. Дай Бог ему здоровья, приходу. Всем хочется. Считается, что ночь на 19 января открывается небо, многие уже тогда идут к морю, верят, что все молитвы и просьбы будут услышаны. Согласно Евангелиям, при крещении Иисуса в водах реки Иордан Бог-Отец известил, что перед ними Божий Сын. Одновременно с этим с небес явился голубь, олицетворяющий Святой Дух. Факт появления Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа назвали Богоявлением. С тех пор крещенской является та вода, над которой священнослужителем совершен особый церковный обряд, чин великого освящения воды. Крещение в православном календаре не переходящий праздник. Он всегда отмечается 19 января каждый год в один и тот же день. И как мы видим, даже шторм не стал помехой для православных людей. Конечно, на пляже были предприняты все меры безопасности. Дежурили медики, полицейские, казаки и спасатели. Последние помогали зайти в морскую воду. Желающие были, они верны этой традиции на протяжении многих лет. Даже отдыхающие из Екатеринбурга, оказавшись на крещении в Сочи, не испугались бушующего моря. Замечательно. Великолепно, с праздником. Шикарно. Тепло. Волны. Окунаемся. С праздником. Здоровья. Как известно, в традиции празднования входит посещение верующими богослужений в храмах, набор святой воды и участие в крещенских купаниях. Каждый год Господь нам готовит особенные сюрпризы. В этом году, кроме дождя, еще и шторм. Здесь надо, конечно, без фанатизма, с благословения Божия, помолившись, окунуться в святые воды. Вот. И если не получается полностью окунуться, хотя бы умыть лицо. Бояться этого не нужно, нужно просто аккуратно, с осторожностью, с безопасностью. Поэтому окунаемся в память крещения Господа Бога нашего Иисуса Христа. В этот день сегодня особое благословение всем да пребудет с вами. С праздником! По традиции крещенские купания завершились горячим чаем. Елена Овсецна, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.